Здравствуйте, друзья. Что ж, я даже не знаю, с чего начать это видео. С одной стороны, у меня есть две новости. Одна очень хорошая, а вторая, ну, такая себе. Ну, в общем, начну, пожалуй, с положительных. Итак, этот компьютер из видео я подарю своим зрителям. Вторая новость – это моего брата украли YouTube-канал, и также его паблик и личную страничку ВК тоже стырили. В общем, мы делаем все, чтобы ему это вернули обратно. И хочу вас предупредить, друзья, что вы не велись на действия мошенников и ни в коем случае не общались с ворами. Пошлость. Ну ладно, вернемся к теме видео. Итак, этот компьютер я решил собрать без участия вендоров. То есть все железо выбрал лично я сам и собирал полностью в техномаркете под названием XCOM Shop, за что им отдельное спасибо. Я ни разу не скрывал, что часто обращаюсь в различные сторы, чтобы они подкинули железо для видео, ведь для меня покупать каждый раз комплектующие — это довольно сильно бьет по карману. А брать у вендоров — это порой, ну, очень неудобно, и я чувствую некую несвободу, делая такие видео. А тут же наоборот мне дали железо и сказали: снимай что хочешь, хоть спали к чертям компьютер. Поэтому еще раз спасибо стору XCOM. Однозначно стоит зрителям обратить свое внимание на их большой ассортимент, удобный и быстрый сайт, и также поюзать конфигуратор сборок. В общем, ссылочки на XCOM я оставлю в описании под видео. Ну а мы плавно вернемся к нашей сборке. Итак, процессор сюда я поставлю 4-ядерный i3-9100F. И тут я знаю, сейчас будет масса вопросов, а почему не Ryzen? Честно, я не хочу тратить время как-то вот отстаивать свой выбор. Мы знаем, что 9100F дешевле, чем даже, не знаю, Ryzen 5 1600, и точно уж быстрее, чем Ryzen 3 1200. Короче, по цене тире скорости для игровых бюджетных сборок из новых процессоров, внимание, еще раз повторюсь, из новых небоушных с AliExpress, i3-9100F все еще актуален в 2020, и еще рано сливать его с рынка. Тем более под него я взял самую дешевую плату на H310 чипсете, ну прям очень дешевую, не помню там длинное название, но стоит она, по-моему, 3400, и это весьма бюджетно. Далее в эту материнку я поставлю две планки по 4, что было 8. Кто-то скажет опять-таки, а почему не 16, и я отвечу, что потому что сборка как бы, ну, бюджетная, до 35 тысяч, и тут уж как простите, но 16 оперативы никак не вписывается. Обычно 8 ставят дешевые сборки, 16 среднебюджетный, и 32 азу — это уже для избранных. Но не будем унывать, друзья, без проблем кто хочет, может поставить себе хоть 128 оперативы. Но мне кажется, что куда важнее в этом вопросе, делая бюджетную игровую сборку, это видеокарта. Тут я хотел по традиции влепить что-то вроде 1650 супер и не париться, однако цена на нее почти 14 тысяч, а значит, вариантов у меня было всего два. Это или 1060, старенькую, не самую свежую после майна, или новую RX 570. И так как я являюсь большим фанатом продукции AMD, я, конечно же, выбрал RX 570, и внимание, я взял на 8 видео памяти за 11 тысяч. Я признаюсь, сначала и правда вдохновился видео на Ностальжи ПК и даже хотел купить 570-ю на AliExpress. Но потом как-то вот посидел, подумал, ко мне вернулось сознание, и я решил, что все-таки не буду связываться с видеокартами из Китая. Это Митиша. В общем, теперь быстренько пройдемся по остальным деталям, и не менее важным является выбор блока питания. Честно, я бы мог сэкономить еще 1000 рублей и поставить какой-нибудь там, не знаю, радужный FSP цветной оплетки за 2000, но я решил все-таки доплатить еще 800 рублей сверху и взять нормальный кулер мастер на 500 ватт. Этот блок питания интересен тем, что у него плоские черные провода. Далее есть DC-DC преобразователь, и судя по маркировке, он имеет нормальные, недешевые компоненты внутри. Но так ли это на самом деле, я решил лично убедиться и разобрал блок питания. Я понимаю, что тем самым я нарушил гарантийные условия, но ради контента можно, в принципе, и посмотреть. Итак, после вскрытия блока, первое, что я увидел, это на редкость аккуратную компоновку внутри. Я думаю, зрители обязательно тоже заметили нормальное экранирование проводов, что очень полезно против искажения пульсации напряжения. Далее мы видим еще одну входную банку, и она у нас на 420 вольт или 270 микрофарад от компании Capscon. Я не знаю, что это за фирма, но я залез в инет, чтобы узнать, и как оказалось, это тайваньская компания, довольно известная на рынке, и судя по остальным конденсаторам и прочим деталям, тут все как раз именно от этой фирмы. В общем, судя по тому, что я лично вижу, у нас вполне современный блок с хорошей компоновкой на уровне явно выше, чем его цена, и значит, за безопасность сборки и стабильность питания нам, думаю, не придется переживать. Итак, я думаю, с блоком питания все и так понятно, и в конце я скажу малость о накопителях, корпусе, и на этом вроде все. Начнем, пожалуй, с конца, и хотелось бы сперва отметить, что я взял на замену обычному кулеру из коробки нормальный серьезный Aerocool Bus, который стоит 500 рублей. Самое важное преимущество этой вертушки в том, что у нее винтовое крепление с тыльным паучком вместо печальной защелки или 4 клипс, то есть прижим и теплоотдача тут будет прям предельная, и 120 миллиметровый вентилятор будет явно поинтереснее, чем та перделка на боксовом кулере.
спойлере. Ну а теперь я скажу пару слов о накопителях. Итак, имея определенную сумму и, скажем так, бюджет до 35 тысяч, я решил таки взять самый дешевый SSD на 120 от компании Patriot. И к нему в комплект также пойдет всеми знакомый Toshiba на 1 терабайт. То есть под винду и софт я ставлю обычный твердотельный по традиции, и под игры и прочий мусор я ставлю обычный винт на 1 терабайт. Вот и вся история. Окей, давайте уже наконец-то перейдем к тестам, хотя стоп, я забыл сказать еще про корпус. И что? Ну и тут в принципе особо даже нечего рассказывать. Корпус один из самых дешевых от компании Aerocool. Модель называется Cylon или Циклон, и он стоит 2300. И на этом как бы все. Это обычный бюджетный кейс с кучей недостатков от качества сборки до внешности, но все-таки его недостатки просто блекнут на фоне цены и яркой RGB подсветочки. Вот и все как бы его преимущества. Ладно, что ж, давайте уже тестировать, и скажу наперед, все игры я буду запускать только в Full HD и только на ультра настройках. И посмотрим, что из этого получится. Итак, сперва я закинул чисто для разминки контру, и тут все в принципе в норме. Есть пробитие на уровне, ну, примерно 180-200 кадров, в зависимости от карты. Результат вполне ожидаемый, тут нечему удивляться. И следом поднимаем уровень и запускаем шестую радугу. И тут, внимание, на ультра настройках Full HD, конечно, уже не будет 200 кадров, но зато есть стабильные 70-90, которые мы получаем как бы без проблем. Но и это, еще раз повторюсь, на ультра настройках. И, кстати, обратите внимание на температуру видеокарты и процессора. Карточка в целом, как и ожидалось, держит примерно 78-80 градусов, что нормально для карт Radeon, но процессор, в принципе, остается на уровне 55-60. Ну окей, ладно, едем далее, теперь забросим что-то слишком уж для зумеров, и тут ясное дело будет только Fortnite. В общем, в Fortnite я выкрутил экстремальные настройки Full HD, и результат меня малость удивил. Тут как бы, ну, все, в принципе, конечно, есть, да, 60 более-менее стабильный, даже 70 кадров можно получить, и причем это довольно стабильный. Но, блин, если подумать, то это мультяшная песочница с нулевой физикой, мыльными текстурами, и она более требовательная, чем Rainbow 6. Ну и как бы черт с ней, ладно. Еще раз хотелось бы что-то вот проверить, ну, не связанное с шутанами, и чтобы особо не париться, я просто скачал Ведьмака и GTA 5. И так в Ведьмаке я порядке вещей выставил запредельные настройки со всеми эффектами, и результатом таких простых манипуляций стали цифры фрейма на уровне 55, возможно даже 60 кадров. То есть тут уже чувствуется, малость недостает мощности видеокарты, хотя еще раз уточню, что я выставляю только запредельные настройки, так что 50-60 FPS это тоже в принципе нормально. Что насчет GTA 5, то тут я выставил очень высокие показатели, и в таком режиме мы наблюдаем что-то примерно схожее с Ведьмаком или даже чуть лучше. То есть фрейм скачет от 60 до 80, да, хотелось бы, конечно, чуть выше цифры. Уверен я почему-то, что просто тут может выдать и больше кадров, поэтому опять-таки в данном случае упор идет конкретно на видеокарту. Вот такие как бы дела. В общем, товарищи, на этом моменте будем уже заканчивать. Компьютер, я думаю, получился неплохим. Он умеет вполне нормально тянуть игры даже на ультра настройках. И за эту машину еще раз отдельное спасибо Store XCOM Shop. Итак, друзья, что ж, я думаю, пришло время как бы рассказать про конкурс. Этот компьютер может получить бесплатно абсолютно любой зритель моего канала, кто оставит один любой комментарий под этим видео. И в этом комментарии укажете, как с вами связаться в случае победы. Это важно и это обязательно. То есть в комменте напишите свою страничку ВК или почту. В общем, все, что вам удобно, чтобы как-то можно было вас потом найти. Именно по этим комментариям я и выберу победителей абсолютно случайным образом. И есть всего только лишь одно обязательное условие для участия в конкурсе. Это просто быть подписчиком и зрителем моего канала. Плюс оставить комментарий. И если у вас есть, конечно, желание, то можете также подписаться и на мой юмористический технопаблик Пошелестим. Это тоже прибавит вам больше уважения в случае победы. Результаты конкурса будут опубликованы как раз в моем паблике Пошелестим 20 числа. Не забудьте. Всем еще раз я желаю только удачи, и будем, наверное, прощаться на короткое время. Увидимся, друзья, уже скоро. Всем здоровья и море позитива. Пока-пока.